1993 году на всенародном голосовании в нашей стране была принята Конституция Российской Федерации. С тех пор День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России и отмечается ежегодно 12 декабря. Отметим, что Конституция является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. В течение 10 с лишним лет 12 декабря являлся официальным выходным. Однако в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России, изменяющие праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а сам праздник причислен к памятным датам России. Несмотря на это, в этот день по всей стране проходят различные мероприятия. Особенно много проходит в образовательных, культурных учреждениях российских городов. Это уроки правоведения, круглые столы, тематические презентации и выставки, праздничные концерты, массовые акции, митинги, флешмобы и тому подобное.